Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман завоевал бронзу на третьем этапе чемпионата мира Формулы-3, который прошел на трассе Red Bull Ring. В первой субботней гонке этапа россиянин финишировал пятым, стартовав с 9-го места и обогнав нескольких соперников. В воскресенье по правилам реверсивной решетки Шварцман начал гонку с 4-го места. Уже к 5-му кругу россиянин вырвался в лидеры и дальше мастерски отражал атаки своего партнера по команде Маркуса Армстронга. Увы, на последнем круге болиды новозеландца и россиянина столкнулись. Армстронг сошел, а Шварцман на машине со сломанным передним антикрылом увидел клетчатый флаг первым. Однако судьи назначили Роберту 5-секундный штраф, и россиянин переместился на третью строчку протокола. После трех этапов Шварцман в зачете чемпионата лидирует на 8 очков, опережая ближайшего соперника и партнера по команде Джехана Дарувалу. Четвертый этап Формулы-3 состоится в середине июля в Великобритании на автодроме Сильверстоун. Компания McLaren приучает к своим суперкарам практически с пеленок. Уменьшенная копия модели 720S с приставкой Ride On предназначена в буквальном смысле для езды сверху. У большой игрушки функционируют двери, а в память информационно-развлекательной системы с дисплеем загружены популярные детские песенки. Машинка адресована детям в возрасте от 2 до 6 лет, но электромотор достаточно мощный, чтобы выдержать и взрослого. Причем акустические динамики пытаются имитировать звук настоящего битурбодвигателя V8. Для спокойствия родителей предусмотрена функция дистанционного управления автомобилем. Цена игрушки 315 фунтов стерлингов или 25 тысяч рублей.